Откройте мне дверь, зачем вы меня тут закрыли? Я бегу за ним! Нет! Быстрее. Я бегу, убийца бежит! А говно, успели! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Даниэль, Дар Драгон, Данжен Черри, Секрет. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте, всем. Здорово. Давно у нас не было рубрики, всего несколько дней, аниматроники пугают охранника, и особенно вам нравится тогда, когда я играю за аниматроника. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Все, пацаны, марионетка готова. Какие у нас есть мы функции? Тоже. Очень детализированная марионетка. Смотрите, прям как видно впадины. То, что она вот такая вся рельефная какая-то. Ну, погнали. Кто не успеет закрыть двери, тот не успеет ничего. Не успела акула закрыть двери. Вы ж внимательно смотрите. Зря ты здесь ходишь. Сегодня я очень жесткий аниматроник. Готовьтесь, готовьтесь. Марионетка сегодня неадекватная. О, я даже вот такой могу конченый походняк делать. Такой звук классный, когда она тык-тык-тык-тык. Мне нравится. Закрыли дверь, да, все-таки успели. А я иду теперь на ту сторону. Спасибо. Эй, ты что, меня видишь? Да. А вот так вот. Я прям через стекло пролез башкой своей. На! Нельзя быть на той стороне окна, ты шо? Буду мочить каждого. Так, давайте другого аниматроника, который реально классные звуки издает ходьбы. О! Слышите? Да. Вот откуда? У меня есть. Пацаны, смотрите внимательно. Ой, драться. Вот блин, еще в чуть-чуть, да как догадался, что я сейчас вылез резко? Господи. Классный аниматроник, очень крутой. Ребята, напишите в комментариях, какой ваш любимый аниматроник. Мой любимый Лефти, потому что идти на работу, это всегда очень круто. Привет! Пока. Что за чудо? Я буду сидеть здесь и смотреть, как вы работаете. Эй, нельзя так убивать друг друга. Я вас должен убивать. Ой, дурак. Ой, дурак, мне нравится это. Так, есть, каждый раз, когда я буду убивать, я буду брать другого аниматроника. У тебя кекс сквозь дверь просвечивается. А, видно, вот блин, палевно. Здравствуйте. На, хавай, будешь хавать, на. Да, буду. Похавай. Классно, что я не подсвечиваюсь, как-то очень странно. Кто будет выходить, будет получать по морде. Нельзя выходить никому, только я должен выходить. А как ты убил? Мы уже за дверями. А я случайно нажал атаку, а этих аниматроников бьют через стены. Один косячит, умирает все. Вы же знаете, двери открыли, не убивает же того, кто открыл, а убивает всех. О, что я могу? Слышите? Да. Воу! Кто помнит эту фишку? Я помню, я хотел прийти к раззабошку. Только тебя за километр видно. А чё? Вы двери не успели закрыть. Мимо. Поздно, поздно закрыли двери очень. Следующий идет. Взяли двери и открыли, когда я подошел. Есть еще один вариант. Маску можете одевать. Теперь я буду убирать выборочно. Тот, кто будет без маски, буду мочить. Так, кого у нас еще взять? У нас такие классные аниматроники. Так, а у нас еще есть... Кто у нас... О, я помню этого. Анимация, погнала. Встаем. А вы камеры можете нам чекать, да? Прикольный звук.
Побежали. Чё так медленно бегает? Очень странно. Слышите, бежит? Опа, а чё со мной? Откройте мне дверь, зачем вы меня тут закрыли? А, я бегу за ним! Нет! Вы... я бегу, убийца бежит! А, говно, успели! В последний момент, еще чуть-чуть, я уже хотел прям... О, я могу на картофанах успеть по двери подлезть. Не надо. Беги, Димка, беги. А я могу что-то еще сделать, подождите? Ах ты. Я увидел, там кто-то бегает. А ну иди сюда, подлец. Так, давайте... А, я не могу другой режим включать, надо время определенно. Ах ты, негодяй! Сейчас я другой режим включу, сейчас, сейчас, сейчас. Тебе не покажется мало. Отлично. Вижу еще. Быстрей, быстрей, быстрей. Опа! Ну что ты? Извините, кого зацепил, не хотя. Побежали сюда быстрей. Да блин, а что вы успеваете? Молодцы, молодцы. Респект вам. Не, не ломай стекла казенные. Ну, ты, блин, хочу подлезть под дверь, так хочется залезть к вам туда. У вас так, так тепло, впустите меня погреться, пожалуйста. Ну, впусти погреться. Ну, открывай двери. Вот, блин, палит. Ха-ха-ха, видно, да, меня? Я не могу удалить эту дверь. Ой. О, эту дверь нельзя удалить? Да нельзя вообще попасть. Ладно, ладно, понял. Вы мне не да... Шансов нет у меня за этого убить вас. Попробуй с другой стороны. Так, буду на сцене пока стоять. Чекните сцену, ребят. О, четко, видели, как встал быстро? Пошел, пошел. Убийца, псих. Сбой программы выполнен успешно. Вижу, вижу, вижу. Дверь, секрет, уходи, он сейчас оттуда пойдет. Ну. Да блин, в последний момент. Вы что, мне гранату сюда кинули? Вижу, 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 вижу убийцу. А что ж ты хотел-то? Это убийца очень сложный. Дверь. Кто закрывать будет? Так, офигенная серия. Мне очень нравится эта рубрика. Не в лифте, блин. Так, кого еще взять? У нас очень классные аниматроники есть. Очень. О! Ты что делаешь? Я вылезу, сейчас тебя убью. Опа! А ну иди сюда! Иди сюда, злодей! Я бегу на трех лапах каких-то странных. Успел, успел, успел. На ту сторону бежим. Я успеваю! Ну чё? Кинул вам всем, кстати, скримеров накидал вам. Эй, ты чё делаешь? Сейчас, подожди, сейчас. Дверь. А, это свой был. Так, смотри внимательно. Спасибо. Спасибо, секрет. Сейчас не лагает, нифига себе. Так, так, так. А вот тут если? Впустите. Че я не вылажу? Благодарю. Ой, горизонт грязный. Молодец. Ой, блин, не то нажал. Не то нажал. О, ты чё, в моей пиццерии решил ходить? А ну иди сюда. Кинул скримачок и убил сразу. Так, кто у нас тут еще есть такой классный? Я. Точно. Так, кентафурик, я пошел.
Опа, делаем злой режим. Ты за кого? А сейчас увидишь. А, здравствуйте, да, здравствуйте. Не открывай. Ждем, ребята, как только они откроют, я сразу побегу на shift. Я это сделаю очень быстро. Вот ты. Я же сказал, я это сделаю очень быстро. Это была атака ниндзи. Аниматроник большой, но при этом у него очень большие возможности. Воу, третий режим, очень злой. То был злой, теперь очень злой. Приближаемся, идем. Очень классный аниматроник, прикольный походняк у него. О, я звуки могу крутые издавать. Я приближаюсь к охранникам, они молодцы, все... А, это не нравится мне. А я что-то не понял, а против тебя фонарики не работают, что ли? Работают, я ухожу. А, о, отползаю, отползаю уже, мешает. Слышишь, ты... Нельзя так делать. Давайте проверим, Фокси меня убьет или нет. Ах ты, блин, Фокси вонючий. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пацаны, сейчас придет еще один злобный аниматроник. Кого дверь, мы возьмем? Откройте дверь. Фокси давно не было. Тан-дам, тара-дам-дам-дам. Ах ты злодей, злодеевич, иди сюда, ты думаешь, ты убежишь от меня? От меня еще никто не убегал. Бежим, 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 к пацан. Успели, хорошо, на ту сторону бежим. О, есть другой режим? Дверь, 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 дверь! Вот это убийца. Еще что за режим? О, режим мега злой. Все, пацаны, можете меня мочить. Погнали. Все против меня. Можете по всей пиццерии меня мочить. Давайте, кто кого. ПВП. Один аниматроник против всех аниматроников. Охранников. Надо болить, надо болить. Так, я в свою коптерку забегаю. Ах вы, жлобы, убили меня. Секрет, респект. Замочил аниматроника за 5 секунд. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спальте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.